Короче, чуваки, мы находимся почти на самом верху. 56 метров. Крутяк. Наконец-то лето вернулось. 6 дней лил дождь, это просто какой-то вообще трэш был. Вылезти из дома было невозможно, но лето вновь берет свое. А мы сейчас едем в центр Минска, встречаемся с Ириной, которую вы уже знаете, которая из Бреста, ну, которая живет в Америке. Приехали они в гости на пару дней. Сейчас идем опять по Немиге, и я в очередной раз осознаю, насколько все-таки крошечный Минск, вообще насколько крошечная Беларусь. Вот проект «Белорусская кругосветка» окончательно мне дал сознание того, что ну негде ездить в Беларусь, вообще просто негде. Впечатлений новых практически нет. То есть все классно, все красиво, все здорово, но все одинаковое. Я отчасти, наверное, разочаровался. Кругосветка, естественно, продолжится. Осталось 4 города отснять. Эмоций у меня никаких от этого нет. Добрый день. Добрый. Микрофончик вам привез. Хорошо, наконец. Давайте. В общем, все. Микрофон отдал. Сейчас идем с Ириной встречаться. Подрались, что ли? Да. А вот так вот, как толкались. Нифига себе. Бешено. Еще есть булок? Кидай. Пусть еще подерутся. Подерутся? Уверен? Не подрались. Я снимаю таймлапс, я выключаю автофокус, ставлю его на мануал. И после того, как таймлапс снят, все время забываю их переключить обратно. Короче, половина сегодняшнего влога я не в фокусе. Привет! Место уютное. Привет, давай знакомиться. Чего? Здравствуйте. Ирина, Юля. Пойдемте вместе. Может, еще один столик придвинем? Еще один столик пододвинем? Здорово. Здорово, банда. За последние 4 дня самый популярный вопрос. Когда Ира будет? Немножко к нам вот гости приехали из Москвы, родственники. Да, интересно. Вы вообще из Москвы или из Беларуси? И там живете? Из Москвы, да? Не москвичи, россияне. А, ну как мы. У нас неделю вообще было просто здесь дожди, 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 дожди. А никуда не выехать было? Юрик. Я так и просидел все время здесь. Нет, мы только собираемся, утром просыпаюсь там или вечером, ливни, 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 ливни. Ну и что толку, приедешь и будешь сидеть там где-то в номере. В понедельник, скорее всего, поеду, если погода сейчас вроде как должна устаканиться. Я пишу, думаю, звук записываю вообще, нет, внешнего. Ну, я же без микрофона сейчас пишу. Наверное, отстойный будет жутко. А вы в какой музей хотите? Или вы сами не знаете? Вам надо однозначно в библиотеке побывать. На смотровой площадке наверху, на 22 этаже. У нас завтра есть день. Вот, потом в музее Великой Отечественной, однозначно, он настолько крутой сделали. Там сделали такой кусок крепости, прям внутри есть, да, руины. И там голографические сидят два бойца, один с рацией стучит там, это крепость, крепость, ведем бой. Я сначала ходил, думаю, нифига себе мужиков посадили прямо в эту самую. А потом хожу, они голографические, не настоящие. Вот, там всякие самолеты настоящие, танки там, все это в виде боя сделано. Ну, очень круто. У меня впечатление, мама не горюй. В Беларуси появились копеечки и рубли. И теперь они, блин, появились-то появились, а в основном российские. Там нет белорусских. Там российские и украинские.
Вот точно такой же у меня был, только синий. Последний мотоцикл. Зачет. Блин, у меня аж ломка. Как я хочу мотоцикл себе. Если я там раньше, получается, $3000 зарабатывал, то сейчас я зарабатываю 1500, да? Но я прям не обнищал. Ну вот этого нет. Да. Просто как бы, да, естественно, цены там тяжелые. Ну чё? Пойдем дальше, что? Да. Пойдем. Детский центральный парк имени Горького. Мы в нем уже много раз были. И тут какой-то парад проходит. Круто, да? Очень клево, впечатляет. Вообще, просто. Прямо вовремя пришли. Если бы мне несколько минут раньше, то было еще лучше. Я же вообще отожгли парки. Красавцы. Персональный концерт, да, по заявкам. Ну. Прямо не наждали. Зачетно. Персональный концерт. Пойдем, мы, наверное. Парадов видел? Записали? Жонглирование. Очень-очень-очень давно я хотел прокатиться вот на вот этом. Чуваки, меня подождите. Короче, чуваки, мы находимся почти на самом верху. 56 метров. Крутяк.
нормально, конечно, на колесе обозрения. Минусы 2. Не очень высоко, 54 метра всего. И плюс кабинки направлены в сторону от города, то есть в сторону пригород фактически. Смотреть особо нечего. Вот это огромный минус. Но для любителей и для тех, кто, может быть, боится высоты, будет очень круто. Впечатление точно получите массу. О, старый советский автомат за 15 копеек был. Нифига себе. О, морской бой. Да. Я еще в Советском Союзе играл. Тир, смотрите. Снайпер. Охренеть. Это все из Советского Союза. Блин, прикольно. Ностальгия. Вообще круто. Я сейчас в тир постреляю. 20-20. Есть еще порох на рукавнице. Пять у тебя? 5 из 10. Молодец, дай 5. Все, друзья, на сегодня это все. Кому понравилось, ставим лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Подписываемся на канал. Увидимся завтра. Всем пока.